День молодежи – это праздник здорового образа жизни. Его история началась в 1958 году в Советском Союзе. В нашем городе особое внимание уделяется спорту. Именно поэтому организаторы решили провести праздник на базе волейбольного центра. А в экстрим-парке организовали соревнования по самокату и BMX. Сегодня проводится День молодежи. В рамках Дня молодежи мы проводим несколько соревнований. Одно из них – это экстрим, турнир на лучший трюк. И по двум номинациям, значит, это экстремальные самокаты и BMX велосипеды. Давно уже занимаемся продвижением экстремальных видов спорта. Почему? Потому что этот спорт становится народным. Мы видим, что сейчас в основном молодежь, она практически пешком не передвигается. Она либо едет на самокате, либо на скейте, либо на велосипеде. И мы стараемся всячески поддерживать. И те, кто хочет делать какие-то классные, красивые трюки, заниматься, как-то совершенствовать себя в этой области, мы запускаем серию бесплатных тренировок для всех желающих по понедельникам, средам и субботам в 6 часов вечера по BMX, по велосипеду, по вторникам и четвергам мы проводим по самокатам. Денису 14 лет, уже пятый год он занимается самокатным спортом, оттачивая свое мастерство ежедневно, выполняя сложнейшие трюки. За это время он достиг определенных успехов и сегодня рассчитывает исключительно на победу. Я рассчитываю на более высший уровень своего катания. Какие трюки выполнял, расскажи. Сегодня я делал трюк фронт-брай, это когда самокат через спину надо закидывать, и киклес, когда надо тоже самокат через переднюю ногу. Партнерами праздника выступил клуб любителей кабриолетов, которые предоставили призы для победителей соревнований «Кабрио-экскурсии». Они направлены на информирование о истории Москвы, о каких-то знаменитых местах, ну и их предназначение самое непосредственное – делать праздник красивым. Мы сотрудничаем вот с ребятами из «Победы жизни», и вот они нас пригласили поучаствовать в Дне молодежи, и мы считаем этот праздник важным. Гостей и жителей города ждала интересная культурная и насыщенная спортивная программа. Особое внимание при подготовке организаторы уделили футбольной тематике. В спортивно-зрелищном комплексе города Одинцово можно было принять участие в соревнованиях по интерактивному футболу FIFA 18 на Кубок главы города. А совсем юных гостей праздника в волейбольном центре ждал особый сюрприз – футбольный бильярд. Это импровизированное поле с лунками, где вместо бильярдных шаров – футбольные мячи. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».